Приближается одна из важнейших дат в истории нашей страны. 2 февраля 1943 года наши войска одержали победу над фашистами в Сталинградской битве. Это сражение стало одним из самых кровавых в истории человечества. При обороне войска Красной армии потеряли более 300 тысяч человек погибшими. В ходе наступательной операции «Уран» количество убитых советских воинов составило более 150 тысяч. Эти потери и эту победу невозможно забыть, поэтому ульяновские волонтеры решили увековечить память наших героев-земляков. На улице Гончарова появилась аллея славы с их портретами и биографиями. По мнению активистов, такая выставка будет особенно полезна для подрастающего поколения. Сейчас и молодежь, у нее клиповое мышление, они уже не реагируют на какие-то большие тексты, они реагируют на картинки. И, собственно, портреты, они яркие, они такие бросаются в глаза для того, чтобы молодежь увидела хотя бы какую-то интересную для себя информацию, и это уже их побудило узнавать историю о своих предках. Экспозицию открыли торжественно, красной ленточкой и приветственное слово организаторов. Акция только начало патриотического флешмоба. К 75-й годовщине Победы подготовили еще много чего интересного. И как раз вот в преддверии вот этой Великой Победы сейчас у нас пройдет диктант Победы, который посвящен как раз 75-летию Великой Победы. Он пройдет во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Интеллектуальный исторический квест будет проходить и на городских площадках, в школах, СУЗах и университетах. Каждый желающий сможет проверить свои знания о том, как наши предки добывали для нас мирное небо и свободу от фашистов. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости УПРАВДА ТВ.